Дорогая, случайностей не бывает, и ни одно мое оправдание не удовлетворит тебя. Симпатичная шапка. Ты ищешь объяснение по причине своей юности, но когда-нибудь ты это поймешь. Режиссер Тодд Хейнс. Сколько раз ты был влюблен? Ты всегда прекрасней всех вокруг. Тереза Беллиот. Кэрол. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Никогда не знала. От автора талантливого мистера Рипли. И все изменилось. Она все еще моя жена. Я люблю ее. Ничем помочь не могу. Все должно быть не так. Я знаю. Если я уйду от него, он запретит мне видеться с дочерью. Кейт Бланшетт. Все возвращается на круги своя. Руни Мара. Мы дали друг другу самый удивительный дар. Кэрол. Автор сценария Филлис Наджи. Скоро в кинотеатрах.